Всем привет! У меня помощница моя. Нужно снять на видео, а то никто не поверит, что она у меня лук сажает. Ой, мошка. Мошка. Ну, покажи, как правильно надо лучок сажать. Покажи нам на видео. Ты сам лучок нам покажи, и какой стороной его надо сажать. Тебе был один годик, бабушка тебя учила, теперь тебе уже 4. Покажи, какой стороной вверх. Вот этой. Ну, расскажи нам, рассказывай. Вот этой стороной. Остренькой. Да, остренькой. Так. Блямпочкой такой. Угу. Так. Потом следом эту с блямпочкой, тяпочкой. Ага. Следом эту за тяпочкой, блямпочкой. А? Цветы мы уже посадили, семена. Смотрите, какой пузатенький. Покажи. Ух, какой большой. Значит, он и будет расти пузатеньким. Хорошо. И потом, когда мы его достанем, он и будет пузатеньким. Хорошо. Все. Все, это у нас вот на зелень тут лучок. А теперь дырочки можно закопать. Смотри, вон там вот маленькую мотыжечку вот эту бери с красной ручкой. В ведерке лежит, доставай. И смотри как. Вот так вот берешь и вот так тихонечко закапываешь немножечко. Ну-ка. Так, ямочки просто чуть-чуть прикопать и все. О, какой здоровый камень. Ага. Ой, помощница моя, вот помощница какая выросла. Ты моя сладенькая. Ты мое солнышко. Тут у нас огурчики будут. А вот тут у нас помидоры уже цветут. Любимый Василисин сорт. Называется клюква в сахаре. Мелкие-мелкие помидорки. Ты моя солнышко, целый ряд посадила. Сама. Еще мы календулу сеяли цветочки и цинии. Тоже Василиса сама сеяла. Да уходи ты. Ричард, отойди, он играть все просит. Отойди, не мешайся. Ты моя сладенькая. После садика вот мы, родители заняты. Да, бабушка с дедушкой приехала на огород. Вот ты моя умничка, сладкая моя. Все, туда ведерочко положи. Молодец. Здесь вот у нас перчик растет. А здесь у нас уже помидорки. Вот они скоро будут краснеть. И бабушка, давай покажем нам клубничку. Что покажем? Клубничку? Зрителям. Зрителям покажем клубничку, какая выросла. Ну, давай, срывай. Вырастили мы. Это еще зеленая. Давай сорвем красную. Там вот если кустики... Вон, смотри, сколько красных. Вон сколько. Смотри. Давай, держи. Сейчас мы ее помоем. И вот еще. Вот это тоже давай. А сейчас. Ты вот, вот это съешь. Ладно. Я съем, а ты? Я вот это. Хорошо. Ты вот это. Только мыть надо. Сейчас помоем. О, пошли мы ягодку есть.